Warp drive active. Всем ку, дорогие друзья, мы продолжаем прохождение Callisto Protocol. Наконец-то мы добрались до комплекса, где содержит ЗК внезапно, да. Одиночные камеры, да. Давайте двигаться дальше. Что-то мне подсказывает, что начнется чернуха, судя по тому, что прошлый файт был достаточно потным. Видимо, сейчас будут подкидывать еще жестче вещи. О, привет. Прости, что не отвечал, хорошо? Был занят, эти твари прорвались внутрь, рвали тут все в клочья. Можем попасть в изолятор? Ага, но он на аварийном питании, так что мне придется работать вручную. Ну, естественно, пойдешь ты, лысый. Не волнуйся, я смогу тебя туда забросить, допускаю подъемник, на нем доберешься. Ну, собственно, зачем мы сюда пришли? Затем, что здесь, по-моему, содержится какой-то черт, который поможет нам... компьютерную систему обойти, что-то такое. А пилот это я. Но как бы ключевое пилота отправлять на такое задание, ну, а кому еще? Он типа из будки рулит, ну, как обычно все. А нас под некроморфов. Ну, выглядит пока все очень шикарно, конечно, но как-то все так скомканно идет. Ладно. Блин, дали бы терминал какой-то, может покрафтить, я хочу что-то продать, а он есть, все, спасибо. Да сейчас залезу, да я только полутаюсь, покрафчусь. Блин, я пока не хочу ничего улучшать, я жду пушку интересную какую-нибудь. Давай патроны скрафтим. Типа дробаша. Вот дробаш бы я вложил, потому что дробаш всегда это тема. Его невозможно испортить ни в какой игре. Патронов у меня 12 плюс 1. Два инъектора. Блок. Вот это я могу продать, правильно? Один даже патрон, скажем так, лишний. 12 будет, 2 по 6, один лишний. Мне бы подхилиться, но я надеюсь, что может быть какая-то хилка будет по дороге, то есть чтобы я инъектор не тратил, а просто схавал что-нибудь. Все, погнали. Да залез, я уже залез. Только я вот так и не понял, как... О, привет. А там их... А, еще третий, это брательник другой. Тихо. Да Ричард. Ай, не задоджил. Один патрон же остался у меня, да? Ну давай в рукопашку, сучара. Ай, но не задоджил. Ну почти. Ага, ищу, да. Я тут на бутылку посадили. Ага, ищу источник питания. Не, все-таки надо подхилиться. Блин, аж отсюда сейф. А вот не зажал бы инъектор, я бы, скорее всего, добил бы. Одну клюху бы выдержал. Но тут, блин, никак без патронов, походу, не обойтись. То есть надо все выстрелить, потому что они должны быть размяты. Если я в рукопашку с тремя буду биться, это, конечно, до свидания. Так, покупаем. Даже давай, наверное, для верности я еще одну сделаю. Хрена ли жалеть. Вот такое будущее я бы хотел, что можно печатать на 3D принтере все, что хочешь, в том числе и патроны. Хоть у меня, конечно, не ХП не настолько опущено.
Я вроде тоже только заселился в тюрьму, еще не настолько вообще не опущен. Но без этого никак. Надо вколоть. Ну, встречают меня знатно, да, здесь. Это далековато, судя по всему. Да, для них тоже. Ричардж? Спасибо, спасибо, спасибо. Еще этого долбану сейчас сразу. В принципе, все патроны я отбил, я с них. И инъектор, спасибо. В этот раз, кстати, меня вообще даже ни разу не косили. Но я просто был готов. Тогда я был немного не готов. Так, это что, нычка? Нет, не нычка. Сюда и надо было, судя по всему. Еще один инъектор, спасибо. Давай послушаем. Не, подожди. Что это было? Что-то его нету. Ладно, давай послушаем. Это я слышал уже. Ладно, хрен с ним тогда. Необходим предохранитель здесь. И здесь два предохранителя, чтобы пройти, блядь. Это что? Инвентарь заполнен, в смысле? Что такое маленький у меня инвентарь? А что, я ничего не могу сделать? Я могу только скинуть. Силовая перчатка полностью заряжена, блин. Нахуй это сделал? Попутал. И здесь еще есть. Да походу сейчас начнется движуха, если аж прям три дали мне. Но предохранитель для ворот хорошо, что не... Занимает ячейку инвентаря. Ставим. Я понял. Сейчас, походу, движуха будет. На печь. Как он вырвался-то? Все. Вот туда его, да. Хорошо. Еще есть? Да, есть. Этот не притягивается, сучара. Попал? Ой, толстячок! Да, я с плевуном разберусь. Стой, поднимаем, поднимаем ран. Блять, да пошел ты нахер! Толстяк!
Так, давай-ка наверх заберемся на всякий случай. Задефал. Блять, этого не заметил. Еще не все. Надо было мне все-таки подхилиться чуть-чуть. Этот момент использовать для подхила. Вот солдат опасный, черт. Ну давай, запрыгивай, запрыгивай, да, запрыгивай. И тех бью, всех бью, блядь. Давай вниз. Тихо, 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 тихо. Как раз хилка лежит рядом, а я, блин, ну ладно. Ну это было, да, это было напряженно, напряженно. Так, мне кажется, я сверху кого-то не полутал, давай запрыгнем. Как приятно пинать их после смерти и лутать. А наш дальнобой не так прост. Неплохо дубиной машет. Я аккумулятор могу завязать? Она полностью заря... Она восстанавливается со временем или что? Хрен пойми. Ладно, берем аптеку. Попутал, походу. Здесь у нас закрыто. К херам, но, скорее всего, потом откроется. Здесь тоже. Ну, лестница только. В небеса. У меня патронов сколько? Одна штука. Найс. Давай пока покрафтим патроны мы. Продать-то мне особо нечего. Здесь лута нету никакого. Немного есть. Давай продадим это, потому что она как-то useless. Одну аптеку продать, две останется. Давай продадим, мне кажется, будет. Хотя, может быть, я об этом пожалею. Две пачки патронов сделаем для пистоля. Я думал, что здесь критически будет их не хватать, но в принципе нормально. И дают, и падает. Но без дубины все равно никак. То есть дубину, по идее, надо было бы качнуть каким-то образом хотя бы, потому что она практически всегда в бою присутствует. Но я жду ствол поинтереснее, типа дробаша. Ладно, все готово. Теперь иди к панели управления и открой камеру.
А, куда это? Не здесь. Ну, обратно, по идее, что? Там же закрыто. Вот какой-нибудь маркер и хотя бы карту бы добавили, потому что иногда в этих коридорах можно запутаться. Вроде бы все достаточно коридорно, но недостаточно. А вот и лифт, по идее. Да. Я вижу, там чилит один черт. Плевун. И, скорее всего, сейчас будут братцы выбегать со сторон. Охранник жесткий. Правда, меня там плюют, ну ладно. Блять, еще один горящий. Ну, это на тоненького было, да. Давай вколем пока. Все спокойно. Ну, охранник ксеноморф, да, он дает просраться. Он очень жесткий. То есть он на дубасе, плюс он в шлеме, он по голове херово дубиной заходит. Где-то еще огненный здесь был. Вот он. Отхил, хорошо. Так, а где камера? Я не понимаю, куда. Нашел, работает. Right. Так там никого в камере. Или он паукан где-нибудь на потолке завис. Элис, уверен, что это нужно? Да! Так это азиатка! А ты что сделал? Что происходит? Ты знал, кто она? Мы ее искали? Слушай, я просто знал, что она сможет нам помочь, ясно? И зачем мне ему помогать? Я здесь вечно сижу, я об этом месте разузнал, я могу добраться до ангара. А ты вызови шаттл. А он сможет его пилотировать, у нас получится, нужно просто держаться вместе. Так это из-за нее вся хуйня произошла-то. Спасибо, попытаюсь счастье иначе. Бля, мы ее спасли. А нас в камеру посадили. Хочешь совет, а? Не доверяй ему. Он не тот, тем, кем кажется. Да понятно, что он тоже мог ничего. Тюремная система громкой связи. Внимание, идет аварийная блокировка. Клянусь, Джек, я не знал, кто она. Я думал, тебе все известно об этом месте. Ага, я тоже так думал. Что теперь? Ты не выйдешь, пока камера не пристыкуется. Это значит, что я смогу сесть на трамвай, а ты нет. А ничего, нужно, чтобы ты отправился к переработке отходов, а то свяжись со мной. Нас кинули как собаку. Постой, что за черт? Просто небольшая мелочь, тебе в помощь. Доверься плану, ладно? До встречи. Какая мелочь? Я не понял нихера. Ну все, вскрываем тогда. 5 патронов, и все, до свидания. А не было бы заточки, мы тут сгнили бы, наверное, в этой камере. Переработка отходов звучит не очень. Я думаю, там, блядь, много будет веселых ребят, которые хотят моей плоти. Джейкоб Ассасин, прям смотри.
Это, наверное, самое реалистичное ползание по веншахтам, которое я видел. Он так в бок руками берется, перелазит. Ну, конечно, я не могу утверждать, что так оно и есть. Я по вентиляционных шахтам никогда не лазил, особенно на космических тюрьмах. Но похоже, что так оно и есть. Так и должно быть. Добраться. Встречают. Не, расслабляться здесь нельзя вообще. Вот он какой-то член пополз. Поищи вентиляционный свет в дальнем углу. А окно расхуячить как-то нет? Ну сейчас же что-то выскочит, на 100%. Блять, все слизью поросло, как обычно. Как и везде. Но по идее эти члены никак не избежать. То есть они все равно накидываются на нас. Что бы ты ни делал. Не, визуально, с точки зрения звука, игра, конечно, шикардос. Да твою мать, как вы меня заебали! А я не могу бежать, потому что слизь. Мразота, а. Вот продал как раз лечилку. Последняя осталась. Надо не забывать, кстати, перчатку юзать. Я как-то ее вообще забываю про ее существование. Она поможет патроны сэкономить. Так, в эту дырку нельзя, правильно? Нам все-таки сюда. У него не возникает вопроса, что за члены вообще, что за слизь? Ладно, он там зомби первый раз увидел, ну как зомби? Ксеноморфа, типа. Вопросы были, типа, бля, что за хуйня? А тут что? Типа, ну это нормально, что? Блять! Ну не ожидал я, не ожидал. Патроны? Нет. Силовая перчатка. Надо было, кстати, ее изнуть. Такое чувство, что я могу вытащить это. Да. А с патронами у нас что? Одна штука, наверное, да? Так, слушай внимательно, Джек. Это вентиляционное отверстие в дальнем углу ведет к переработке отходов. Так, надеюсь, он меня не видит, что мы ее бы из окна торчит. Я бы хотел бы его... Ну, как я выхожу? Я выхожу красиво, как обычно. Он что-то почуял. Да пропустила. Подхил это хорошо, но хотелось, конечно, его убить скрытной атакой, чтобы сэкономить немножко ХП. Ладно.
Звук, звук. Ой-ой-ой-ой-ой, братик, тихо-тихо-тихо, стелсим. No activity detected. Стой, стелс? Куда он, где он? Где он? Здесь. Только не заходи за угол и не свети сюда, пожалуйста. No movement detected. Здорово! Так он же сказал, заключенный сдаться, он мне ногу просто отстрелит. Бот обездвижен. Но зато на хорошую анимацию смерти посмотрели. Здесь в стиле Dead Space, да, немного смертей прорисовали. Да. Вопрос, куда мне надо вообще? Сюда? Нет. Только не поворачивайся, повернулся, блядь! У него какая-то странная траектория, блядь, очень. Или она чисто зарандомлена, не заскриптована? Побежали сюда. Да иди ты нахер! Залазь, залазь, залазь. Надеюсь, он за мной не полезет, я думаю, нет. Привет, привет. Ну, игра набирает обороты, прям мне нравится вообще. Вначале, может, как-то скомканно было, или я просто не прочувствовал, но сейчас не заходит очень. И последнее, и там есть ловушка, чтобы заключенные не сбежали. Что ты сказал? А подробнее, брат. Там еще в центре, кстати, с роботом был какой-то лут, но это было рискованно. А что за ловушка-то? А что за музыка нагнетает? А что будет-то? Ой, блядь. Ничего хорошего! Дай, отойду! Отошел. Это все или она еще включится? Она включится. Братик! Дай спрячусь! Да-да, стой там! Хороший, молодец! Запускай, запускай нахуй машину. Машину запускай. А что не запускать? Надо на рельсы, наверное, выйти. Она типа сработает как ловушка. Да. Нахер, подтягиваемся, подтягиваемся, молодец. Там еще одного. Я уже не лутал, потому что там рискованно лутать. Выходишь на рельс, сразу запускается молотилка. Элис, я добрался, я в контрольной точке. Отлично, подойди к окну и скажи, что ты видишь. Юпитер вижу, красота какая, смотри, а. Вот нахуя вот на Калиста вот это вот строите, не понимаю. Просто как тюрьму, так тут ее содержать, поддерживать, это вообще просто гигантских средств стоит, я так предполагаю. Ну, блядь, ну как? Да, ну тогда. Ух ты, ну адский видок. А, насчет адского, ты прав, братан, надвигается крупная буря, лишь бы нас не закрутило. Ага, я вижу, и ангар вижу тоже. Это наш счастливый билет. Ага, я столько дел провернул на воле, когда-то в прошлой жизни. Теперь кажется, что целую жизнь назад. Мы вернем тебя к прежней жизни, надо просто следовать плану. Но он тоже непростой черт, поэтому тащи свою задницу к жилому утеку. И как интересно мне туда добраться. Никто не обещал, что будет легко, но верь мне, я тебя прикрою. Что еще это значит? Я там раньше работал, за тебя собирал данные, следовал несколько записей. Софт, который загрузил в твой мор, активирует их, когда будешь ближе. Просто следуй указаниям и доберешься до купола. А что потом?
Подберу тебя на станции трамвая, проще простого. Изи-пизи, ага. Нет связи, не будет, ты будешь под землей. Сигнал появится только у купола. Так я думал, может, ты еще что-то не забыл рассказать? Удачи, Джейкоб. Поблизости должен быть люк. Мы, как обычно, через грязь, через жопу все проходим. Лут есть? Есть. Мне бы под хил. Но тут, наверное, больше ж ничего не будет, правильно? Но давай пробираться к жилой секции. Жилой купол. Нихера не воодушевляю, честно говоря. Самая жопа в Dead Space'ах была это во всяких, да, жилых помещениях, постройках, где колонисты жили, потому что там некроморфы просто устроили пир. Так и здесь, судя по всему, начнется жесть. Аптечку вижу, это хорошо. Есть терминал. АК-принтер. Давай продадим вот это. Блин, аптеку за 500 покупать, это, конечно, очень много. Но патронов я бы взял. Даже две пачки я бы сделаю, а вот аптеку крафтить, конечно, мне жаба душит меня. Ну тут по-любому надо ее использовать, потому что я при смерти. Сейчас на фул как раз дойдет. Не то что при смерти, но так, ниже среднего. Мы фуловые, красивые, у нас патронов много, поэтому давай верить в лучшее. Но всегда весь есть какое-то психологическое давление, когда спускаешься все ниже и ниже, и ниже, глубже. От поверхности. Еще музыка нагнетает такая, типа, все, тебе сейчас пизда будет. Ну, будем стараться, чтоб не было. Русские тексты. Переработка. Вода. Наконец-то перевели на переработку отходов, ну и дыра. Но ходят слухи, что отсюда можно выбраться наружу. Трубопровод от цистерны 6 идет прямо к куполу. По этой красной трубе оттуда идут стоки. Мне нужно найти ее начало. Следовать за красной трубой. Но она туда ведет, да. Но как мне с этим кубиком поступить или его кинуть в стену, просто в дверь его проломить? Нет. А по идее просто отодвинуть там сзади проход, да, вижу. А есть где-то нычка? Есть, вижу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, Джейкоб, не делай хуйню. Аптека мне пригодилась бы очень.
ладно. Еще одну нычку вижу. Но принтер далеко, за принтером мы уже не доберемся туда. Все, я думаю, с этим все. Ну, это норма. В говно. Они тут говно, глину месят, смотри. Ну, сейчас же полезут. Еще не все. Ладно. Бегать мы не можем по говну этому. Звуки нехорошие. Ёпта! Это что, невидимая хрень была? Что за хуйня? Спрашивает Джейкоб, я тоже. Охранники сменяются, мне надо торопиться. Вот труба ведется на сторону 6, ага, но внутрь не попасть. Здесь нужно туда забраться. Вот этим путем, наверное. Туда, правда, был еще путь, но я не знаю, может мы туда вернемся, рука отрубленная валяется. Ну, блядь, кровососа этого невидимого не хотелось бы встречать, конечно, но придется. У меня ни одной хилки нету, ни одной. Где-то что-то нехорошее происходит. Заходит или мне кажется? Там лут есть. Здесь можно обойти. Бля, ну на лут как заманивают просто. Рыба-удильщик. Кто там бегает, блядь? Где красная труба? Я не вижу. Офицер Бруно.
Заперто. Но я предохранитель нашел. Нам, скорее всего, в ту сторону. Давай послушаем запись офицера Бруно. Отключается электричество, дверь не открывается. Типичная конструкция. Похоже, здесь витая пара. Нужна дополнительная мощность, что есть. То есть два блока предохранителя. У меня один только. Стоп, что это было за хрень? Вот у меня тот же вопрос. Но скоро, походу, я с ней встречусь. Он убежал, ты смотри. Да, блядь, его никак не остановить, сучара, а? Так, подожди, один есть, но все равно закрыто. Да, мне надо еще один. Там же охранник говорил, что на два предохранителя. А где второй? А у меня он был. Ну сейчас же еще полезу, да? Ладно, нахуй ран, просто ран, просто ран. Сзади ничего нету. Закрыто. У меня есть одна лечилка, но вроде как пол хп. И сейв дали, поэтому не будем пока. Да, за красной трубой, я помню. Так, это не за красной трубой. Ну, вроде нычка, правильно? Или все-таки сюда нам? Ну, красной трубы не вижу. Но там был спуск еще вниз. Может быть, внизу была нычка, а нам сюда? Автомат не сломать. Да, это нычка все-таки. Нам надо было вниз. Инвентарь заполнен. Давай ячейку завязаем. Возьмем патроны. Подхил отлично. Это, скорее всего, нас выпустит обратно. Да, отлично. На карташи. Я понял, понял.
Да, рыбка, хорошая рыбка. Так, есть кран, есть дверь, есть только кран, походу. Нахуй, запрыгиваем все. Ну, я думаю, нам откроют вообще, ответят, кто эти твари. Но мне кажется, что просто руководство тюрьмы здесь какие-то эксперименты ставило, возможно. Тем более, что мы нашли скрытую комнату, где директор говорил про эволюцию в дикой природе. Я думаю, вряд ли здесь обелиски, религиозная тематика будет, как в Dead Space. Dead Space вообще... Лорд Dead Space, в общем, не импонирует, нравится. Жаль, конечно, серия загнулась, но из-за жадных Ubisoft'ов. Ну, блин, конечно, надеюсь, что у Callisto Protocol все будет нормально, они патчами на ПК все подтянули, оптимизацию, все остальное, как-то вышли в плюс. Потому что хотелось бы, чтобы такого рода игры дальше развивались, а не все скатывалось, как сейчас в игры сервисы, в песочнице и во все остальное. Мне, в принципе, надо продать. Да, вот это... Вот это. Вот это. И я все еще жду новую пушку, чтобы качать. Устойчивость пистолета и емкость магазина. Это было классно за 400 суммарно, но я подожду. Патронов. Давай возьмем, потому что, возможно, сейчас эта тварь кудлатая на нас набросится, которая нам тизерят уже последние 10-15 минут. Пока так. Так, еще один кран. Здесь проход есть. Я понял, это в обратку. Возможно, нам в обратку сейчас и бежать и придется. Если тут ничего не откроется. Блять! Вот и аптека последняя. Я просто не знал, как с ними бороться. Надо просто мансить и пытаться как-то их душить ногами. Блин, ну аптеку крафтить за 500, это, конечно, жаба. Так, а что это нам открыло? А, путь к красной трубе вон туда, я понял. Но там, скорее всего, на этом самом... На водичке будут сейчас вопросы ко мне. От местных обитателей. Да, меня там манит свет в это окошечко. Ну давай, вылазь, сука. Запрыгивай. Хорош. Следуем красной трубе. Аптека, хорошо. Там я тоже слышу, что рады меня видеть, походу. Ждут очень сильно. Арена для файта, найс. Да как я так мимо-то, ёбаный ты. Успею подхилиться?
Много. Ай, блядь. Долгая перезарядка. Два в никуда. Там еще один был. По-моему. А хуй там нужен предохранитель, естественно. Но этих расстреливать надо, потому что в миле вот эти блевальщики, они как бы, ну, дают плюху такую, что ты сразу на землю валишься. Я так и не понял, можно ее заблочить или нельзя? Your... Not. А предохранитель, скорее всего, где-то здесь будет. Бочку вижу. Бочка, бро. Можно, кстати, было бы сразу его подбить на эту бочку. Он тут как раз где-то появился. Но я ее не видел столь большой дистанции. О, привет. Рано я. Надо было толстяка подождать. Дядь Миш, ну... Ричардж! А давай попробуем с ним пофайтиться. Пофайтился. Блять, на ровном месте я мог его расстрелять, и все было бы красиво. Да ебаный ты в рот, а. Давай, выходи, сучара. А я не понял, там в этой бочке был предохранитель или что? Да как он еще жив остался? Короче, с этими лучше в миле не связываться, с блевальщиками, их с дистанции надо. Как они ебашат, так и мы ебашим. Патроны есть. Фуловыми мы стали. Так я не понял, там предохранитель или не там? Еще патронов дали. Да по идее там, потому что больше вариантов нету. В том ящике и предохранитель, как раз они троем влазят. Надо толстяка подождать, пока подойдет поближе, тогда взрывать. Не взрывать на этом. Хотя подожди, здесь что-то есть еще. Давай заберемся сюда. Если тут предохранитель, я, наверное, не буду рисковать с этим сундуком. Да, тут предохранитель. Что там были? Кредиты, это на продажу хрень, но как бы... Может быть, не стоило столько патронов тратить? Сколько у меня осталось? 12, еще на 2 обоймы, да? Одна в... Не, подожди, одна в... Одна во мне, как говорится, одна в пистолете, еще одна... Ладно, 4. Был бы я на стриме, я бы спросил, стоит ли мне идти туда лутать, но я же хочу выбраться, выжить, правильно. Зачем мне лишний раз рисковать ради горстки кредитов? Блять, мент! Я его скинул, да?
Да и пошли вы нахер. Скоро там красная труба уже будет, не? Вот и она. Номер 6. Кажется, нашел, как добраться до купола. Нужно осушить цистерну. Затем по лестнице подняться до люка. Элис, ты закончил? Да, сэр, последние штрихи. Но сперва, да, надо посмотреть код от панели этого охранника. Заполучить код у охранника. Потом, судя по всему, лестница выдвинется, это осушится, мы поднимемся. Надо найти охранника. Я думаю, все не так просто будет. Там что-то мигает, но это за решеткой. Естественно, доступ запрещен. Давай искать. Бочку вижу, значит, что-то будет здесь. Нет, это тут, не за решеткой. Подсобка. Ну, подсобка будет закрыта, правильно? Зал F231. И здесь еще есть офис. Где этого охранника искать? Хер его знает, да? Лутинг. Тут до хера прям. Ладно, давай продаем. У меня, по-моему, патронов хватает, но я сделаю еще одну пачечку. Подожди, мне кажется, или туда можно протиснуться? Так, только не оживай. Ага. Стреляй в тентакли, написано. Чарш! Щупальца и мутация. Щупальца появляются снаружи и является признаком того, что враг мутирует более сильную форму. Мутирующих врагов больше здоровья, и их атаки носят больше урона. Стреляйте по щупальцам, чтобы быстро убить врага. Пинайте тело опавшего врага, чтобы предотвратить мутацию и не дать им снова атаковать. Я понял. То есть видим щупальцы, сразу ебашим щупальцы. Новый тип ублюдка, блядь. Так, тебе это брать больше не надо.
Так, это что? Вот это. Прислушайся, если слышишь подобное, просто стреляй по щупальцам. Да, это я понял. Других способов нет, они... иначе они просто растут, становятся сильнее. Я что-то там слышу, блядь, мискликнул, ладно. Я слышу их, что-то он такое говорил. Тут еще есть технический коридор, но... О, здрасте, здрасте, здрасте. Не попал. И Ричардж как раз сейчас же мутирует, блять. Еще этот охранник ебаный. Ну зато замечательную анимацию смерти увидели. Сейв же будет после того, как я мутанта убил. Да. А могу я застелсить? Да, это иду. Добивать, добью. Но одного раза в щупальце достаточно. Хорошо, что по этому попал, потому что если бы охранник мутировал, я думаю, мало мне не показалось бы, блядь. Запускаем. Но это же сейчас они полезут, правильно? По классике. Сники, тварь это. Переиграно. Еще одна. Я вижу ее. Как она туда в трубу залезла тихонечко? Вот. Там еще одна. Мантим. Перчатка мне может как-то помочь ними? Где не вижу? Не вижу. Отдыхай. Еще одна, вижу. Ты смотри какая, а! В бочку! Блядь, не попал, ну ё... Ноль патронов, только дубина.
Убежать хотела, сука. Не, манти, 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 манти. Где открыто, что? Please activate что? А чё активировать-то? Есть подхил у меня? Подожди, по-быстрому. Давай, кали, 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 никогда не калил. Мне надо где-то лестницу активировать. Сейв прошел, отлично. Вот она. Опускай. Опускай. Фу, это был, да, моментик. Слушай, Калиста начала раскрываться. Прям уже, да, прям уже чувствуется. Саспенс, как говорится. Oh, твою мать, закрывай нахуй! Закрывай! Да, это было замечательно. Не сдаются, да. Весь в говне. А на этом, друзья, на сегодня все. Продолжим в следующий раз. Чекайте описание, подписывайтесь. Все как обычно. Всех люблю, обнимаю. До следующей встречи.